Здравствуйте, с вами я, Владимир Тишевский, канал Votish News Tech. Сейчас я хочу сделать очень коротенькое, небольшое сравнение Nexus 7 First Generation, или первое поколение Nexus 7. Вот он, такой симпатичненький аппаратик. И Nexus 7 второго поколения. Да. Но я не буду очень много говорить, буквально немножечко расскажу. Первое, что хотел бы сказать. Новый планшет стал тоньше. Ну, давайте, наверное, я сразу же для проверки толщины. Он стал тоньше, заметно тоньше. Ну, на 2 мм, и это даже очень немало. Он стал уже. Немножечко уже. Вот. И буквально на чуть-чуть ниже. Ой, выше, извините. Выше, не ниже, а выше. Он стал буквально на совсем немножечко. Да, теперь, что касается непосредственно технических характеристик, здесь стоит 4-ядерный NVIDIA Tegra по 1.2, здесь стоит Snapdragon S4 Pro по 1.5. Tegra сама по себе, она слабее, чем Qualcomm-овский процессор. Вот, поэтому, в принципе, и в новом планшете стоит более мощный, более улучшенный процессор. То есть это логично. Кто говорит, что Tegra 3 лучше, чем S4 Pro, может быть, вам стоит почитать литературу и разобраться. Вот, поэтому, да, обычно говорят те, которых на Tegra планшет, дабы повысить свою самооценку. Вот. Однозначно, Tegra 3 слабее, чем Qualcomm. Здесь 1 гига оперативки, здесь 2 гига. Здесь улучшенный графический процессор. Здесь нет. Ну, улучшенный, я имею в виду, по сравнению с этим, здесь обычный. Далее, камеры на обратной стороне здесь нету. Здесь есть камера. Вот. И здесь soft touch пластик, здесь он, в принципе, такой рельефненький, с этими точечками, пимпочками. Вот. Но еще что улучшений, стало больше динамиков. То есть если здесь один стереодинамик, то здесь два динамика, и создается стерео намного лучше звук. Хотя я даже не знаю, здесь монодинамик. Знаю, что в моем аппарат HD7 стерео, здесь точно не знаю, утверждать не буду, но да. Вот, факт остается фактом. Далее, здесь есть возможность подключения к док-станции специальной. Здесь встроена беспроводная зарядка, что тоже достаточно приятно. Чем лучше новый планшет предыдущего? Дисплей, процессор, больше оперативки, больше функций. Первая версия, как всегда, первая версия идет блинком, хотя вторая версия сейчас, первая партия второй версии сыроватая. Вот поэтому ждать каких-то лагов, я уже получил некоторые лаги. Вот в плане адаптера зарядки, о котором я уже говорил почти в каждом видео. Если сравнивать по цене, то этот планшет стоит $300, этот стоит $200. Но, конечно, где-то к Новому году цена упадет. Будет она в районе 2100-2200 гривен, то есть это где-то $260. Его цена тоже упадет и будет не больше $200 этого планшета. У нас в Украине, ну, я думаю, где-то 1650-1700 гривен. Ну, за рефьюжберит еще меньше будут брать. Вот, а этих, кстати, будет очень много, которых переделанных. Вот, так что, да. Вот, если бы я сейчас на сегодняшний день покупал бы себе планшет и выбирал бы Nexus'ы, между Nexus'ами, то я бы логично выбрал бы второй Nexus. И я так и сделал. Этот я взял на обзор для сравнения. Этот планшет я купил, потому что это лучший планшет, и он мощнее, интереснее, и вообще, да. Вот, то есть я выбираю Nexus 7 второго поколения. Причем, что я взял 32-гигабайтную версию, для того, чтобы памяти точно, четко хватало. Особенно если, как бы, человек любит много установленных программ-приложений, плюс еще хочет послушать музыку, посмотреть кино,
И все это, что было непосредственно в самом планшете, вот этот Nexus 7 очень даже неплох. В плане времени работы оба планшета отлично держат. Вот. В плане того, что стоит ли, к примеру, менять Nexus 7 первого поколения на Nexus 7 второго поколения, ну, разве что, если у вас есть кому отдать Nexus 7, ну, к примеру, там, младший брат или какому-то родственнику вы хотите отдать, подарить, и тогда можете взять себе Nexus 7. Если же вы лично для себя продать Nexus 7 первого поколения и купить Nexus 7 второго поколения, то это как и с айфонами, и с айпэдами, и многими другими устройствами, все-таки лучше через линейку. Пользуйтесь Nexus 7 этим, через время купите Nexus 7 третьего поколения. Вот это моя рекомендация, я думаю, что это, ну, правильно и оптимально. То есть, если бы я покупал бы Nexus 7 первого поколения, то есть тогда еще раньше, то я бы, наверное, сейчас бы двушку не взял бы себе. Это такое мое мнение. С вами был я, Владимир Тишевский, канал WowTech. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Не забудьте зайти на канал, посмотреть другие интересные видео. Всем пока, до скорой встречи, новых видео. Спасибо магазину Нимфа, а также компании Техномир за предоставленное устройство.